На татами 4 приглашается Зимин, утешительной встречи, Зимин Михаил, Санкт-Петербург, Тарана Василий, Сибирский федеральный округ. Татами 1 готовится к утешительной встрече Мария Дорофеева, Южный федеральный округ, Спиранская Альяна, Санкт-Петербург. Татами 3 Волгодскор. Победила Нефедно Екатерина, Курганская область. На татами 2 победил Руслан Моисеев, Центральный федеральный округ, Липецкая область. На татами 3 приглашаются Дзугутова Ирена, СКФО Осетия, Чикарина Дарья, Москва. И приготовится Шрайнер Маргарита, Соловьева Ксения. На татами 2 Грин Александр, Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Долгатов Магомед, Северокавказский федеральный округ, Республика Дагестан. Приготовится Лагазидзе Шаипов. На татами 4 победил Зимин Михаил, Санкт-Петербург. Через 10 минут приготовится Джемин Хуваров. Татами 1. Победу держала Дарья Грибанова, Центральный федеральный округ Курск. На татами 1 приглашается Мария Дорофеева, Южный федеральный округ, Краснодарский край.